Добрый день. У нас в гостях Юлия Горохова, актриса театра и кино, которая озвучила в нашем мультфильме самую значимую роль, роль Феврония. Здравствуйте. Здравствуйте. И у нас в гостях генеральный продюсер картины Юрий Рязанов. Спасибо. Ну, так получилось, что сначала у нас была другая Феврония с более детским голосом. Но мы остановились на голосе, в котором звучат такие нотки более серьезные. Я не скажу нотки властные, а именно более такие глубинные, я бы сказал, такие нотки. И именно ваш голос. Насколько вы соответствуете этому образу? Или готовы соответствовать, или хотели бы соответствовать? Это, мне кажется, похоже на идеал. Спасибо. Наверное, вот мы, когда делали картину, мы хотели, чтобы женщины России, русские женщины, взяли бы себе образ Февронии как этот вот, ну, образец подражания, наверное. Это сложный образец. Наверное, все святые в чем-то это образец подражания. Взять любого святого. Но как образ чистоты, нравственности, это очень неплохой образ. Многие спрашивают, а может ли вообще образ Февронии быть образом, святым образом? Потому что кто изучал или читал просто житие Феврония, там такой элемент вымогательства есть, коррупции, потому что Феврония, это она исцеляла людей в селе Ласково, да. Рязанской губернии. Да, да, да. И когда была болезнь у Петра, Феврония поняла, что она может излечить. И, говоря современным языком, с современных позиций, получается, что Феврония, пользуясь этим даром, она, ну, попыталась привязать, улучшить свое социальное положение. А, если бы. Да. Мне кажется, и мы нашим мультфильмом постарались показать, что вот в этой глуши нашей героине Февронии было максимально комфортно, что она там была своя среди леса, среди зверюшек, среди людей. Ее почитали, наверное, не боготворили как святую, но относились к ней с величайшим уважением. И ей другого рая не нужно было. Ей было некомфортно уезжать вот в это, в столицу, где интриги, где все друг друга хотят подставить. Вот эта борьба за власть, она ей чужда. Даже эта вот фраза «я денег не беру». Да, да, да. А можете сказать эту фразу вот голосом Феврония? «Я денег не беру». Помните? Конечно. Сможете? Сейчас попробую. «Я денег не беру». Спасибо. Было бы неплохо, чтобы эта фраза стала крылатой среди чиновников России. Но в этой фразе, знаете, мы постарались сделать образ вот Февронии, как мы ее чувствуем. Скорее всего, внешне святая Феврония была, конечно, не такая была, другая, и голос был другой. Но вот внутренне, на каком-то этапе мы поняли, что ведь мы образ Февронии искали 3 года. 3 года. И через 3 года мы нашли вот этот вот светлый образ, где есть и сила внутренняя, и смирение одновременно. И я считаю, что была помощь с небес. Вот даже когда мы озвучили, да, в конце у нас было мало времени, мы поменяли фразу «А где Фома?». И так получилось, что вот как раз вы были в этот момент в студии, да, да, и да. Нам перемонтаж буквально занял 15 минут. Так получилось, что мы уже через 15 минут имели в хорошем звучании, да, ваш голос. А у нас было прямо насчитанные минуты, насчитанные часы вот завершения и звука, и цветокоррекции. Много было таких моментов в фильме, когда такое ощущение, что как-то, ну, нам все удавалось легко. И вот, возвращаясь к теме коррупции, мы показали
нашу героиню Февронию, что ей некомфортно, некомфортно во дворце, что она не ищет какой-то корысти, она хочет, наоборот, отдать всю себя, даже весь свой дар вот этого врачевания одному человеку, своему суженому Петру. И когда приходит момент, что ее изгоняют, она, ну, не скажу, что с радостью, но она легко, для нее не было никакой внутренней борьбы, чтобы уйти из этого, ну, если скажу, гадюшника, ну, вот это, из этих вот интриг. И она с удовольствием, ей есть куда вернуться, она вернется обратно в деревню. Петру было тяжелее, но он принимает это решение, и он говорит: я уйду вместе со своей супругой, со своей женой, чтобы быть вместе. Куда? Неизвестно куда. Но там тепло, там святость. И вот если мы ответили на этот вопрос, в чем святость Феврония и в чем сила любви, то значит, мы сделали правильный мультфильм. Спасибо вам, Юлия. Спасибо, ну и мы отдаем наш мультфильм на суд зрителям. Смотрите и либо ругайте, либо хвалите нас. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо.